Развитие пригородного сообщения Дмитрий Медведев обсудил сегодня с главой РЖД. Олег Белозеров сообщил премьеру, что проблемы, из-за которых около года назад по стране были отменены многие маршруты электричек, успешно решаются. В свою очередь, глава правительства подробно поинтересовался нынешним положением дел в сфере пригородных перевозок, отметив, что эта тема затрагивает интересы миллионов россиян. Ситуация с электричками, с пригородным сообщением, она всегда в эпицентре внимания и за цены, и за сообщений, отмены маршрутов и так далее. Как сейчас обстоят дела? К нынешнему времени ситуация кардинально изменилась. Впервые по итогам работы 2015 года мы планируем выйти на параметры, близкие к безубыточности работы. Это впервые такое за всю историю. Да, это правда. Я все время слышал от некоторых наших коллег и от ваших предшественников, что эта тема насквозь убыточная, и без поддержки из федерального бюджета она никак не может развиваться. Я так понимаю, что сейчас вы все-таки немножко меняете представление об этом. По пригороду снижаем издержки. Буквально 1 октября мы запустили дополнительные электрички по маршруту Москва-Крюково-Тверь. Угу. Раньше Москва-Крюково занимала почти час, сейчас 25 минут. Москва-Тверь сейчас час 32, раньше было 2,5 часа. Да. Санкт-Петербург-Выборг запустили ряд электричек. Это раньше было 2 часа 15 минут, сейчас час 15 минут.